Чуть больше 6 дней остается до главного майского праздника 9 мая. И уже ветеранов Великой Отечественной поздравили в Дербенте. Для фронтовиков организовали праздничное застолье. Они вспоминали военные годы, рассказывали о боях, в которых участвовали. Среди них и Магомед Магомедович Абисов. Накануне ему исполнилось 100 лет. Ветеран прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в освобождении Крыма, Белоруссии и Польши. Был награжден 2 орденами Красного Знамени. 100 лет уже исполнено. Сегодня завтра наступает 101-й. Прошел меня отлично. 35 лет служил армию. Кончил Буйнаски, высшее военное пехотное училище. Командовал батальоне и полку. Как возможно, от начала до конца. К концу работа в Берлине. Военная комендатура. 5 ранений есть меня. Начинают голову, кончай ноги.